Командировка, которая досталась нашей съемочной группе, это посещение Тольяттинского индустриального педагогического колледжа. Никто за такое короткое время не сможет рассказать о заведении лучше, чем его учащийся, студент третьего курса Илья Шулекин. Три года назад я встал перед выбором, где дальше продолжить свое обучение. Я побывал в нескольких учебных заведениях, но именно придя сюда, в Тольяттинский индустриально-педагогический колледж, мне удалось пообщаться с педагогами. Именно здесь я понял, что мое обучение не пройдет даром. Здесь, на первом курсе, я проходил предмет строительные материалы. Здесь хорошо оборудованный кабинет, большой компьютерный класс. И к тому же очень хорошо, что здесь можно прям пощупать, и потрогать, понять, что из себя представляют сами строительные материалы. На втором курсе в этом кабинете я проходил геодезию. Была практика, с этим прибором мне довелось очень много работать. Привык к нему как родной, так и хочется в него посмотреть и настроиться на отметку. Ну что, подписал? Вот. Да? Да. Замечания по пояснительной записке. Что-то были какие-то у тебя? Вот здесь исправления были, да? Да, да. Вот здесь. Правильно. Так. Да, вот график производства работ. Здесь проходит подготовка к защите курсового проекта. Защита будет сама проходить в понедельник. Вот этот проект очень важен, ну, с чисто практической точки зрения, потому что благодаря вот таким курсовым проектам, в принципе, и приобретаются все практические навыки, которые потребуются потом для того, чтобы работать прямо, ну, на производстве. Я сделал свой выбор и не жалею. Приходите к нам учиться. Здесь большой спектр специальностей, которые в дальнейшем вам помогут стать профессионалом своего дела.